На турнире Cup of China 7-е место. И их исключительно коммунистическая программа про Че Гевару, про советских солдат в том числе. Много там намешано интересных произведений. Если бы на Кубе был лед,
и турнир по фигурному катанию, они заняли бы там первое место. Это Лепи Шала и Фабиан Бурза, французы. Их приветствует публика. Вообще трудно сказать, как протекает работа в Лионской школе. Иногда кажется, что это больше какое-то творческое сообщество, которое не всегда помнит о первейших правилах танцев на льду, о том, сколько времени нужно уделять, например, качеству и технике катания, чтобы положение рук, положение ног было настолько синхронным, чтобы поражало глаз. Например, исполняя те же твизлы, вот настолько разнится позиция партнера и партнерши, что странно смотреть. Особенно, конечно, за качеством трудно следить, когда огромное количество учеников появляется в одной школе. Например, огромное количество учеников в школе Леничука Карпоносова приходилось компенсировать такой дисциплиной, о которой до сих пор ходят легенды. У них было 8-е место, они обгоняли Гребенкина с Азраяном. И по-прежнему их обгонять на 6 баллов больше получают в одной только произвольной программе. И все рады.